Всем привет, дорогие друзья, с вами Саня, мастерская «Сами с ключами». По случаю на базе металлолома приобрел вот такой вот двигатель. Без крышечки, без вентилятора, без всего. Но двигатель на 500 ватт. В принципе, довольно неплохой. У него есть 6 концов, и это уже радует, потому что, значит, можно подключить на 220 без потери мощности. Единственное, что здесь была вот такая вот шестеренка вместо вместо шкива, а шпоночного паза вообще нет. То есть, в принципе, мы сейчас сделаем небольшой шкивочек, у меня есть из чего сделать, и сюда напердолим на горячую посадку, чтобы у нас можно было без шпоночки. Ну, в принципе, и все, поехали. Итак, ребята, смотрите, есть у меня вот такой шкивок. Даже не знаю, от чего он такой. Ну, такой самый простой шкивок. Мне кажется, он от генератора, от классики. Ну, вот такой вот он. На нем есть небольшие наплывы. Сварки, сейчас мы их почистим. И будем приделывать сюда. Приварим две гайки. И гайки проточим уже под вал. И посмотрим, как это у нас будет работать. Поехали. Ребята, приварил я две гайки к нашему шкиву. Сейчас мы это дело все проточим изнутри, чтобы у нас он подошел под размер нашего двигателя. Ну и все. Выставлял гайки относительно шкива при помощи индикатора. Поехали, точим. We'll be right back.
быстренько пройдем и посмотрим уже результат. Здесь вот единственное, что... А, тут это гайки соединенные между собой. Ну, а в принципе, ничего. Снаружи смысла не вижу вот это вот счищать. Лучше не станет от этого. А внешний вид мне вообще мало интересует для этого движка. Поехали ставить. Вот и все. Шкивочек напялили. Отлично. Насадился хорошо. Буквально прекрасно, я бы сказал. На горячую, значит, проворачиваться, по идее, не должен. Ну что, кому понравилось такое видео, лайки. Кому не понравилось, дизлайки, комментарии. Ну все. Всем пока, удачи, два туза в раздаче. Всем пока. Пока.